под Витебском меня ранило. И я попал в город Жацк, это под Москвой. Пролежал я там полгода. Когда начал выздоравливать, вдруг мне капитан-хирург и говорит, а я молоденький был такой, а вы не желаете пойти на курсы младших командиров? А я, да я не знаю, да что. А потом, ну вот, подумайте и завтра мне скажите. А я пришел и соседу по кровати рассказал. А вот, а ты что? А я, да я не знаю, дурак. Иди, может быть, за 3 месяца война кончится. Иди. И я пошел на курсы младших командиров. Прозанимался я там 3,5 месяца, и мне присвоили звание сразу старшего сержанта.